вступая в ряды российских кадет, торжественно клянемся с честью и достоинством нести это звание. Будущие следователи и военнослужащие приносят свою первую клятву. Десятиклассники из школы-интерната «Кадетский корпус» вступили в ряды кадетов. Такую торжественную церемонию проводят ежегодно, но сегодня особенная дата. В этом году исполняется 10 лет кадетского образования Следственного комитета, которое началось именно из Химок, чем мы очень гордимся. Первый кадетский класс Следственного комитета открыт именно в Химках, а после открыт по всей стране. Церемонию начали с торжественного выноса флага и гимна России в исполнении военного оркестра. Затем взволнованные ребята получили свидетельство из рук полковника юстиции Александра Иванова. За происходящим на сцене наблюдает Екатерина Виссарионова. В ряды кадетов она вступила в прошлом году. Помнит, как переполняли эмоции в тот день. Безусловно, это волнение. Мне было очень-очень так нервно все это происходило для меня, потому что, ну, понимаете, большой зал все-таки и один раз в жизни. Ну, а потом счастье. Поздравить кадетов пришли военнослужащие, сотрудники кадетского корпуса и представители администрации Химок. Принесение присяги, принесение клятвы своей страны – это очень серьезно. И я искренне благодарю вас за то, что вы уже сейчас выбираете ответственность, выбираете крепкую дружбу и взаимоподдержку. Поддерживают новоиспеченных кадетов сегодня и ветераны, родители, друзья, а также совсем юные ребята из первого класса. Им еще только предстоит вступить в кадетское братство через 10 лет.